Наследие святых отцов Первого Вселенского собора вспоминали за богослужением в Средней Азии. Божественную литургию в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы города Ташкента совершил глава Среднеазиатского митрополитчьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Богослужение было совершено в тот день, когда Святая Церковь вспоминает отцов Первого Вселенского собора, который прошел в 325 году в Никее. На нем было принято решение о составлении символа веры. Мы читаем его ежедневно в утренних молитвах дома и в церкви за литургией. Мы поем его, и через него мы исповедуем свою веру в истинного Бога. Мы исповедуем свою веру не через страдания, не через мучения, но получили ее от наших предков, которые прошли очень большой многовековой путь исповедания. Получив от них эту святую веру Христову, мы должны нести ее следующим поколениям, знать ее, уметь говорить о ней в окружающем нас мире. Кто не будет свидетельствовать своей вере в этом мире, то я не буду свидетельствовать пред Отцем моим небесным и пред святыми ангелами на небе. Вот мы попались. Надо свидетельствовать. А еще говорится, кто будет стесняться меня и не будет свидетельствовать, то я буду стесняться пред Отцем моим небесным. Вот поэтому нам нужно найти себе мужество и свидетельствовать о своей вере в окружающем мире. И не стесняться, и не бояться.